клиентам. О, святые угодники. Просто обещала вам прямейший эфир. Я даже не помню, что там говорили. Так, всем здравствуйте, кто к нам присоединился. Спасибо, что вы присоединились к нам. Это прямой эфир посвящен. Меня зовут Оля Холубьюхи. Сегодня прямой эфир мы посвящаем в очередной болталке. Здравствуйте, Олечка. Все мастера и мастерицы, все рукодельницы, добро пожаловать. Аккаунт продуктов компании Garden, где мы с вами делимся всевозможностями, рассказываем о всяких разностях, которые происходят в жизни ногтевой индустрии. Мы находимся в нашем педикюрном кабинете. У меня вот тут вот человека-плечо. Вот это сзади меня человека-плечо, который делает сейчас педикюр моим гостям, потому что в салоне красоты отличное настроение и много у нас гостей. Поэтому сегодня моему месту будет угол в педикюрном кабинете. Продолжаем с вами вещание. У нас трехдневный практически марафон о том, что происходит в жизни мастера ногтевой индустрии, с чем он сталкивается, на что он должен сделать акцент и что в его жизни значит продукты компании Garden. Все, кто к нам присоединились, девочки, у меня вопрос, хорошая ли у нас связь? Как работает дедушка Wi-Fi? Есть ли он вообще Wi-Fi? Поставьте, пожалуйста, плюсик для того, чтобы я понимала, есть ли у нас, так сказать, контакт, образовался ли у нас с вами контакт. Жду вас, потому что, может быть, так, Олечка, все отлично, вижу. Ната, здравствуйте, девочки, кто был у нас уже в нескольких, Катюша, в нескольких наших прямых эфирах, Наточка. Вы уже знаете, кто и что мы говорим. Все хорошо слышно. So good. Итак, значит, вчера мы с вами достаточно большое количество времени проговаривали именно понимание, торцевать нам натуральную ногтевую пластину или не торцевать, а также насколько важно мастеру маникюра диагностировать кожу клиента перед работой. То есть прям вот на повестке дня вчера была такая вот штука. Мы вчера сидели, прям с вами говорили, чем чреваты, скажем так, атоничная кожа ногтевой пластины, что оказывается можно не все под кутикулу. Так, очень хорошо выглядите, насмотреться не вас. Это же политично. Вы очень хорошо выглядите, насмотреться на вас невозможно прям. Продолжайте. Заканчиваем с Ингарденом, все, всех костер. Почему без Ингардена? Так, почему база Ингардена и на сходе пластом, начиная с торцов? Потому что есть несколько вариантов. Как подготовлена ногтевая пластина, вы должны обратить внимание. Затем, просушку здесь нет, если вы пластину. И самое главное, плотность. То есть, насколько была высота поднята вами, правильно или неправильно. То есть, есть задача апекса и не апекса. И есть, знаете, 1% клиентов, он у меня тоже оказался, это мой экспериментальный процент, где и база топ послойно высушенная, и армирование поверх каучуком, не стоит. Как бы, несмотря какую бы я плотность выставляла, он скалывается. В этом случае для ногтевой пластины есть еще один вариант. Это подставленная форма, эффект прищепки посредством акригеля. То есть вы не вот так торцует, да, вот у меня ногтевая пластина заторцована, ее видно достаточно хорошо, она полуарки, форма называется пайп практически, да, то есть можно еще чуть-чуть приубрать его. Вот, получается, она заторцована, она достаточно хорошо стоит. Ногти, не обладающие как раз именно аркой ногтевой пластины, я имею в виду S-изгибом и подушку армирующую, так вот. Как раз им этого не хватает. В этом случае, когда мы подставляем форму, получается эффект прищепки. Он зажимается и изнутри, и снаружи. Девочки, у меня сейчас 3 дня дополнительных, они не являются сильно тематичными. Эти 3 дня я отвечаю вам на вопросы, скажем, наиболее интересные вопросы, я расширяю по базе. Эти 3 дня, то есть вообще 28, 29, 30. Но я начала с 26-го, по-моему, 26, 28, 29. Сегодня какое число? 29. 20. У меня еще один день с вами. Я отвечаю на вопросы. Мы рассматриваем без практики. Эти 3 дня мы работаем с вами без практики, потому что у меня на самом деле в салоне здесь все хорошо.
мне прям все хорошо, мы работаем, да, то есть у меня просто я физически не успеваю все это сделать. Но при этом очень хочу быть полезной, потому что мы должны сейчас ответить на вопросы максимально, и ваша, скажем так, предновогодняя гонка пройдет с великим, скажем так, результатом, наверное, с хорошим результатом, и вернется к вам в январе, о чем вы будете только счастливы. Заня, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы поживаете? Спасибо, хорошо. У нас тут, как всегда, прямой эфир с девчонками. Да, мы делимся информацией о том, как будем торцевать ногтевую пластину, как работает со свободным краем и как она у нас такая лампа гибрид хорошая. Вы знаете, мы используем C5. Оптимальная. Она под 48 ватт лампы и очень хорошо просушивает все поверхности. Особенно это касается прозрачного топ-био, которому нужно посидеть 60 секунд. Работает с высокопигментированными гель-лаками. Хорошо их просыпает, просыхает ими при правильной выкладке. Это очень важно. И, значит, что еще? Ну, это как бы это на этом моменте я бы сделала акцент. Они, на самом деле, достаточно износоустойчивые, но при таком, скажем так, сумасшедшей проходимости, как у нас, мы еще сталкиваемся с такой проблемой, как диоды, которые на самом деле могут уже выходить из строя. Ремонт диодов получается 1000 рублей на нее, стоит ли этим заморачиваться, сама лампа стоит где-то у нас, получается, со скидкой около 2,5. То есть я на самом деле просто даже не заморачиваюсь, мы просто их меняем. Но они обслуживают, они прям пашут, они не выключаются целый день, получается, лампа у меня работает целыми днями. Так, девочки, всем привет, кто к нам присоединился. Если вдруг, Алена, прям прошу вас, если вдруг у нас Wi-Fi станет пропадать, помогите, пожалуйста, напишите мне, ой, финиту ля комедия, работа Wi-Fi отсутствует. Хорошо, что был, как бы, Сашенька, здравствуйте, что было понимание, есть ли у нас связь или нет. Спасибо, пожалуйста, всегда пожалуйста. Девочки, сегодня я смогу вам ответить на все вопросы, которые у вас, скажем так, преследуют при пользовании продуктом, скажем так, отслоенивание, либо невысыхание, либо что-то вы хотели добиться с помощью чего-то, да, либо у нас вопросы по выравниванию ногтевой пластины. Почему-то именно этот вопрос, он очень достаточно распространенный. То есть, когда мы начинаем выравнивать ногтевую пластину, работать с материалами средней плотности, скажем так, они нас не слушаются. Могут ложиться проплешинками, да, могут ложиться либо высоко, либо стекать в одну или другую сторону. Как правило, в ответ на эти вопросы два. Первое, это не когда вот он уходит проплешинами, скажем, неровно ложится, плотности материала не хватило. И второе, когда он начинает у вас уходить в разные стороны, проблемные разные стороны, причиной является большое количество. Я, конечно, сейчас могу попробовать на себе выложить, ввиду того, что просто-напросто я модель вам сейчас не найду, для того, чтобы сказать о том, что мы выравниваем ногтевую пластину. И, знаете, я сейчас попробую порисовать, в каком формате. Не художественную роспись будем обсуждать с вами, а именно распределение зон. То есть, как бы я для вас сконструировала ногтевую пластину, чтобы она стала плотнее. Это будет интересно. Поставьте плюсики, кто за то, чтобы мы сейчас в прямом эфире обсудили систему выравнивания ногтевой пластины более плотными базами. Быстренько. Кто плюсики поставит? Сейчас кто наберем плюсики, тема, и пойдем в эту систему. Девочки, вопрос такой. Будем ли разбирать технику выравнивания? Насколько она вам интересна? Так, я вижу вас. Отлично. Олеся, так, давайте сейчас просто я попрошу нам листочек, и мы с вами порисуем немножко в схеме, а потом посмотрим это на практике, хорошо? Отлично, я вижу, что эта тема вам интересна. Давайте я сейчас немножечко вас оставлю на несколько секунд. Очень хорошо, давайте сейчас я сгоняю за листочком, и мы с вами пообщаемся, хорошо? Прямой эфир включен, поэтому... Лишних слов. Да, лишних слов. Кому эфир? Так ты нет никого, так надо.
Илья, включи мне, пожалуйста, этот свет, ладно? Угу. Чтобы было понятно. Девочки, всем здравствуйте. Сейчас мы будем с вами, знаете, что делать? Ой, что мы сейчас будем делать? Мы будем сейчас разбирать с вами выравнивание, почему оно не получается, как оно держится и от чего оно зависит. У нас тут катающийся стол, катающийся я и публика моя. Все работает, да? Да. Все, финит, уже поехали. Так, я сейчас переключу на самом деле свет. Свет всех побед. Мне тут надо что-то сделать с этим. Так, сейчас, секунду. Я тут наведу небольшой порядок. Юля, это твое, нет? Это и Валюшкина. Нет, не мое. Это не твое и не Валюшкина. Так, сейчас, минутку. Я топом будем выравнивать? Конечно, с него и начнем. Сейчас все, я просто со стола должна тут все убрать. А то у меня на столе лежит все. И я не смогу ничего сделать, потому что мне же рисовать надо, у меня есть маленький столик. Стол сделал. И что сделаешь? То есть ты думаешь, я настолько бесполезна, что Катя без Кати не справится? Ну, сейчас я тут все... Нет, я сейчас здесь просто уберу кое-что и все вот там сделаю. Просто трилог для вас, он очень важен, я так понимаю. Так, девочки, сейчас мы будем выравнивать. А сейчас мы будем с вами что-то равнять. Да, здравствуйте всем. Всем заказала биотоп, жду, аж ручки чешутся. Я прекрасно вас понимаю. Я прекрасно. А, Диля, дай мне, пожалуйста, еще, как он, салфетку влажную, будь добра. Влажную. Ну, тряпочку влажную, не знаю, что там по-русски как-нибудь придумай. Выбери из тех слов, что я сейчас тебе произнесла, которые тебе будут более понятны. Доброго вечера, Светлана. Здравствуйте все. Продолжаем нашу, ну как это называется, прямо поток эфира. Нет, лучше мне влажного дала. Мне этого будет достаточно. Не надо говорить, значит, сейчас зачихаю. Так, мы сейчас с вами начинаем рисовать и рассуждать, как мы делаем выравнивание. Посмотрим его на практике. И, собственно говоря, я покажу, как это бы сделала сама. Включила специально для вас свет, чтобы вам было лучше меня видно. Так, бумажка формата А4 на столе. Так, сейчас я вас переверну. Смотрите, на нас красивый потолок. Опаньки. Так, а теперь нужно сделать вот так. И начинаем с чистого листа. Мы с вами говорим о ногтевой пластине. Кутикула у вас сделана. Видно? Хорошо? Или ниже раз опустить? Это ноготь. Ногтевая пластина. Нарушение первое. Подготовка. Вы должны понимать, что вы сделали. Вы, допустим, клиентка пришла первый раз. Вы должны сначала нарушить глянец на ногтевой пластине. Это эти звездочки стоят, как квартира в Москве. Да, это те самые звездочки, которые стоят, как квартира в Москве. Итак, мы сейчас говорим о том, что работаем с ногтевой пластиной клиента, который пришел впервые. Мы сейчас с вами будем делать выравнивание, подготовку биотопом и диагностику. То есть мы должны с вами продиагностировать кожу, посмотреть, насколько она у вас в каком состоянии. Глянцевая кожа или не глянцевая, тянучая или не тянучая, как глубоко вы можете пройти, именно обрабатывая его пространство подкутикульное. Это очень важно. Затем нарушаем глянец посредством, девочек, мы уже знаем, пилочки 180-150. Для того, чтобы добиться эффекта сцепления. Когда мы нарушаем глянец нашей ногтевой пластины, ну вот наша ногтевая пластина, она по факту вот такая вот пористая. Но когда вы видите ее сверху, она достаточно глянцевая. И нам нужно нарушить вот этот вот глянец как раз пилочкой. Сейчас, секунду. Мы как в техническом цеху, честное слово. Там кто-то упал. Никита потерял чашку. Господи Иисусе. Значит, вот таким вот образом. Я направление показываю работы пилкой. Я не думаю, что это для вас что-то новое. Но всегда же повторение мать учения, вы же понимаете. Вот. Мы сегодня сделаем мне такие один ноготочек. Буду показываем я. То есть это мы нарушили глянец, и сейчас как убрать комментарии. Как убрать комментарии? А надо убрать?
Просто я специально рисую вот в этом углу, чтобы вам было увидно. И сейчас перейдем к двое, я просто подвинусь. Это нужно? Я просто иногда отвечаю на вопросы. Итак, мы с вами нарушили глянец, еще раз продиагностировали кожу, посмотрели, в каком она состоянии, потому что если кожа анемичная, скажем, склонная к аллергии и так далее, и тому подобное, истощена, бафиков ни в коем случае не хватит. Помните, баф даже 240-250 имеет среднюю абразивность, что дает фактически наш ногтевая пластина, у меня здесь есть, вот видите, не знаю, видно вам будет, да, он текстурированный. И вот эту вот текстуру, вы даже ее не спите, вот вы должны убрать эту текстуру бафом. А мне нужно получить резки. У тебя есть здесь пилка? У меня вот основа есть, а пилка? Новой нету? Да нет, я нашла все, я нашла тут Анина пилка. Вот у меня пилочка, давайте я даже не буду ее установить. Понимаете, вот смотрите, вот что мне нужно. Мне нужно получить вот такие вот легкие резки. Вот сейчас очень хорошо видно. Бафом вы этого не добьетесь, девочки. Вот этого, вот этот ноготок мы сегодня сделаем, так уж и быть, дозальем, и сделаем выравнивание. Вот бафом этого не сделать. А вот эти микротрещинки дают возможность проникновения верхних слоя анихобластов и сцепления, безупречного сцепления для вашей ногтевой пластины. С этим понятно. Так. Значит, на что сделать акцент? Биотоп компании InGarden – это очень тонкая, эластичная, глянцевая поверхность, которая существует для того, чтобы создать глянец. Но она является еще основой. Соответственно, используя ее химические основы, которые дают плотность, акцентируя внимание на пленкообразование и плотности материала, то есть что это для сцепления, правильно сказать, это сцепленность, сцепление, эластичности и пленкообразователя. Пленкообразователь отвечает за эластичность нашего материала. При этом фактически отсутствуют химические элементы, реагирующие на составы, такие как жидкость для снятия. Это очень важно. То есть ее после полимеризации не растворить ни в каких ковришках. Ни в каких. Пытаться не нужно травить ноготь, тем более не только ноготь, но и кожу клиента. И сейчас мы с вами сделаем следующий момент. Мы говорим о том, что глянец натурального ногтя вы нарушили. И сейчас будете работать с эластичным материалом для структурирования, именно плотности анихобластов для выравнивания. Что это вам даст? Мы с вами получим, сделаем небольшую подложку, которая усилит именно вот эту зону. У нас с вами получится армирование ногтевой пластины. Оно не является выравниванием. Это дополнительное армирование, которое отсутствует у натурального ногтя в априори. То есть мы сейчас делаем с вами практически имплантирование. Имплантирование для ногтевой пластины. То есть вставляем имплант, делаем реконструкцию ногтевой пластины, армируем ее. Все эти слова подходят к одному и тому же действию. Итак. Для того, чтобы добиться этого эффекта, вы должны прежде всего, вот мы сейчас говорили о подготовке, а теперь просто о жидкостях. Первое, что мы сделали, это прошли ногтевую пластину. Все хорошо, милая. Прошли ногтевую пластину жидкостью для подготовки ногтя, обезжирили, обеспыливали и, скажем, добились эффекта антисептического свойства, особенно когда около кутикулы у нас вот здесь вот пылька бывает, да. Затем прошли PrepNail System. Что дает нам эта система? Прежде всего то, что наша ногтевая пластина с вами какая? Имеет вот на жировой баланс и верхний слой, с которыми будет сцепляться ногтевая пластина именно с гелем, она должна быть хорошо обезжирена и помогает нам Nail Prep System компании InGarden не кислые или не сильно кислые среды, которые удерживают материал. Итак, первая система. Он быстро высыхает, поэтому бояться в работе их не стоит. Следующим этапом, который нам поможет, скажем так, устаканить или зафиксировать ногтевую пластину, это будет бондер, которого у меня почему-то нет. Кто-то его взял, сейчас я пойду возьму его с другого стола. Вот. Все сама-сама. Ухаживать нет. Бондер с эффектом двустороннего скотча, пожалуйста,
Он дает нам возможность усилить сцепление на самых тонких или подвижных участках ногтевой пластины. Давайте вот сейчас сбоку вы посмотрите. Здесь у меня фактически лунула, да, натурального ногтя, где здесь у меня находится зона эпонихия, вы знаете, это кожица, да? Здесь у меня кутикула для удаления, я прям крестиком обозначу. А вот тут находится сам станочек матрикс для сформирования из суставной жидкости нашего нашей ногтевой пластины. Как раз матрикс часто очень просматривается правильно. Вот обратите внимание на мою схему, ни хрена не видно, сейчас я усилю воздействие. Мы как раз акцентируем внимание на матрикс, который просматривается через вашу кутикулу, через кожу, через зону гипонихии. Это свалка из больших количества сосудистой системы. Это единственная чувствительная и очень опасная часть для повреждения. Все остальное, собственно говоря, не живое, поэтому пилить ноготь не больно при отрастании, а чувствительность доставляет только сосочковая часть нашего пальчика, а не ногтевой пластины. Так, с этим понятно, это разобрали. Теперь мы приступаем к тому, что нам нужно создать. Почему я начинаю всегда говорить издалека? Чтобы у вас, вы же все у меня логические, я же заставляю вас думать, я принуждаю принудительно добровольным порядком вдумываться в предложение, которое не только я говорю, которое вас будут окружать, чтобы вы могли себе объяснить, а зачем я это делаю. Не потому что там тетя Оля с дуру решила наговорить, а потому что есть законодательные события, и их можно, собственно говоря, просмотреть и увидеть. У вас сейчас четыре. Вы на той кластье можете делать, ладно? У меня все инструменты твои здесь. Мои? Да, у тебя здесь, ну я не знаю, что они сделали, они стояли на столе, я стол приватизировала. Так, слушай, а подключи мне, пожалуйста, машину и возьми у Кати мои воры, потому что мы сейчас с вами вдвоем в нашей команде будем как раз укреплять не ногтевую пластину, заодно сейчас снимем, посмотрим, да, то есть убьем сегодня несколько зайцев. Так вот, как раз, еще раз говорю, матрикс мы определили, это на курсе мы обязательно рассмотрим, я показываю это на людях, ну, конечно, вскрывать я людей не буду, потому что половина из вас слабонервные, но по сути, то есть один из вариантов, есть определенная диагностика, насколько глубоко мы можем зайти. Это касается не только конструирования ногтевой пластины и так далее, одну секунду. Ты потише это делай, ладно, потому что все-таки не тяжело, потому что ты меня отвлекаешь, ладно? Так. И с матриксом мы разобрались, ногтевую пластину мы подготовили, припнейлом бондером использовали, теперь бондер. Мы работаем с вами только на поверхности подвижной части. И я вам обещала рассказать о трех зонах ногтя. Итак, зона матрикса и его корневая часть, которая видна нам, это зона лунги. Давайте ее назначим один. Она на самом деле самостоятельная. У нее, как правило, в 99,9 плоская поверхность. Скажем так, ее укреплять нет смысла, потому что, давайте порисуем еще один вариант, она у вас вот в этой зоне имеет определенную ширину, как правило, эта зона это заканчивается зона синусов, а здесь зона синусов начинается. Так вот, как раз вот эта зона спокойно будет проходить прямо. Если вы своим, а тонко, вы же не можете здесь сильно, скажем так, укрепить, она получается, вот эта зона, если вы ее укрепляете, она очень сильно натягивается, когда начинает срастать. Что может спровоцировать первые отслойки, второе появление маленьких таких, знаете, надорванных белковых, скажем так, поверхностей. А я сейчас это двигаюсь. Конечно, сейчас мне голову разобьют, всей вашей банды меня сейчас сломают просто крышку гроба. Знаешь, и топнули. Так. Вы все взяли? Всем сюда, да? Отлично. Давайте мы сюда сейчас с вами идем, чтобы нас никто не трогал. Вот, мы прям в уголочке сейчас с вами спрятались, а то мы сидим там прямо у дверей. Самое главное, двери закрывайте, что там грохот стоит. Так. Еще раз. Зона, которая находится в формате. Давайте я вас поверну. Вот. Зона, которая находится в формате синусов, это очень, чтобы вы глаза понимали, где. Вот, у нас идет всегда сужение. Это конец синуса, это начало синуса. Здесь у нас идет околокутикуловая часть. Она всегда будет уже. Всегда визуально она будет уже. Я понимаю, что там под кожей еще идет, но поймите, что вы уже на эту часть нанесли ноготь, материал, он стоит прямо. А когда он срастает, он будет увеличиваться. У нас ноготь растет вот так, потом уходя в арку.
еще раз, прямо и идет в арку. Поэтому, когда вот в этой части вы наносите ваше био, там топ, база, шмаза и так далее, она у вас идет в расширение. Поэтому мы используем более такие сухие, не ограничивающие подвижную часть ногтя. Вот она, это зона 1. Мои боры. Ты же сказала, что у нас все есть, поэтому я... Я просто девчалям обещала показать, потому что как я их покажу. Так, давай дальше. Следующий этап, следующая, скажем, зона. До зоны роста, то есть до зоны с роста, правильнее сказать, да, это же свободный край, до зоны с роста, мы назовем 2 и 3. Вторая зона, она получается зафиксированная, она находится, она самостоятельная, она у нас всегда находится в одном положении, она просто-напросто срастает, то есть проходит, скажем так, вот точка А, проходит в точку Б, как правило, без изменений. Вот начиная от 1/3 натурального ногтя, переходя в точку С, ноготь начинает ссыхаться, потому что ему не хватает, вот с учетом длины, питания. И здесь свободный край уже становится мертвым, и я говорю, что его не больно пилить. И фактически все сильнее и сильнее начинает скручиваться и ссыхаться. Это причина того, что он, когда произрастает, он начинает ссыхаться, меняя свою конфигурацию. С этим понятно. То есть вы учитываете. То есть ноготь рождается плоским, переходит в среднюю арку, проходит полностью пункт А, Б в одном формате. Переходя из пункта Б в пункт С, он начинает ссыхаться из-за появления длины и отсутствия питания, водно-жирового баланса, который в свое время ногтевая пластина получала из сосочковой доли матричной зоны. Это понятно? То есть на шестую пластину. Так, сейчас, секунду. Что надо делать? Стол. Мне нужно, короче, стол. У нас тут я помогаю девушку, которая пришла на кружок. Она спросила, она дальше спрашивает. Я могу расположиться на бижутерии? Да. Просто я наберу стол, я буду на корточках, что ли, на коленках пилить. Ничего страшного, я делала раньше. Ну, если 10 минут вы мне дадите, тогда я закончу, да? Да, да. Угу. Да, давайте дальше, девочки. Ну, все, не говорите мне ничего. Все. С этим понятно. У нас просто здесь все произошло, девочки, предновогодняя. А у меня уже предновогодняя суета. Ноябрь месяц. Бог с ним. Ладно, значит, что у нас идет? Мы с вами знаем, что у нас ногтевая пластина ссыхается, три зоны уже разобрали, а теперь мы как раз говорим о том, что я хочу сделать. Вот зона подвижная, это как раз расстояние или отрезок от точки Б, а вы уже знаете, что Б точка, это 1/3 ногтевой пластины до точки С. Тот момент, который у нас уже иссыхается. Теперь вы понимаете, почему я делаю на этот промежуток, а он самый подвижный, с учетом срастания ногтевой пластины, акцент. Итак, что мы делаем? Мы используем, во-первых, бондер, то, что я еще раз говорю, самая подвижная зона, мы уже знаем точку, да? Самая подвижная зона – это вот эта часть. Поэтому бондером я прохожусь на свободный край натуральной пластины и 1/3 натурального ногтика. Вот эта часть у меня идет в обработку бондером. С этим понятно, почему так происходит? Вы у меня уже все знаете, я вам все объяснила. Следующий этап. А теперь мы делаем с вами конструктор топ-био. Почему топ-био? У него в составе есть силиконовая основа, которая максимально эластична для натурального ногтя. Но она в любом случае будет тонкая, поэтому мы будем сейчас ее произрастать. То есть первым мы ее поделим на несколько слоев. То есть именно на свободный край я наношу первый слой как лаком и сушим его 30 секунд. Это первый слой. Второй слой, ну, то есть, как бы, прям как лаком, он прям отжимает, сейчас мы по это посмотрим. Чуть-чуть выхожу за пределы этого материала, за этого ноготочка, и снова натягиваю к свободному краю. Девочки, каждый из слоев мы торцуем обязательно. То есть, первый слой, второй слой, следующий слой, здравствуйте всем. Это будет третий слой, опять-таки, как лаком, чуть выше. И натягиваем его на ноготок. Торцевание мы уже с вами объясняли и решили, что торцевать будем здесь всегда. Сколько я использую слоев? Как правило, в среднем могу доходить до 1/2 натурального ногтя.
Ничего в этом страшного нет. Хотите это сделать за два раза? К сожалению, вы не выиграете. Вам нужно получить такой эффект, когда вы нажимаете вот на эту зону, она прям вот просто пальчиком жмете, и он у вас уже сразу прям огненно-каменный. Только после этого, не снимая липкого слоя, вы можете, мы уже знаем, что у нас есть зона синусов, то есть вот отсюда, мы ставим с вами каплю, чуть-чуть двигаем в ноль, получая, то есть ногтевая пластина должна выходить из ноля, и уже идет конфигурация построения, причем спокойно торцуя вот в этой зоне. Помним, что зона апекса в зависимости от длины и смещается с 1/2 натуральной пластины к свободному краю на усиление. Это все у меня есть, все эти схемы и архитектура построения в курсе. Это отдельно. Так, сейчас я покажу, я надеюсь это сделать быстро, а у себя на ногте. Посмотри, пожалуйста, включена машина. Нет, сделай мне быстренько машину. Я сейчас постараюсь это быстро сделать, чтобы все было показательно. Ну неужели ты не можешь немножечко отодвинуть кресло? В конце концов, дернуть откуда-нибудь этот расстройство. Вот, и вон там вытащишь, чтобы кто-нибудь толкнуть. У тебя там удлинитель есть. Вот и все. Так. По времени намного больше? Нет, ни в коем случае. Пожалуйста, находите вашу базу. Вашу базу? Я не могу понять, о чем речь. Что значит находите вашу базу? Еще раз. Милые, сформулируйте для меня правильный вопрос. Тогда я буду понимать, о чем вы мне говорите. Какую базу я нашла, должна найти. Так, назовите. А, топ-био. Ну, я сейчас вам ее покажу в работе. Катя, тут уже все. Т9, понятно. Мне Т9 иногда так помогает, что там прям даже крышка гроба играет роль. Не так давно он прям нарисовал. Спасибо, без проблем. Сейчас я его покажу, что это такое и с чем это идет. Так, сейчас мы снимем остатки моей ногтевой пластины. Надеюсь, у меня получится это сделать, потому что самой сделать это очень сложно, но можно. Может, покажете? Конечно, сейчас покажу. Я просто хочу показать, как это работает. Ты знаешь, а у меня не включен. Может, он снимет? Да ты вытащи что-нибудь. Да, вот тут все включено. Посередине не работает. Работаем на максимальных оборотах, так как я делаю сама себе, я, соответственно, не... Как он называется? Видно же все, да, что делаем? У меня очень тонко покрыта ногтевая пластина, мой бор. Это ТВС, очень хороший, смотрите, у него абразивность синяя, то есть он средней жесткости, подходит для натурального ноготка. Крутим его со всех сторон. Работаем телом как массы, да, и носиком, как будет работать полировщик. Так, чуть-чуть выше? Угу, давайте чуть-чуть выше. Вот видите, ноготь натуральный, а вот материал. Вот давайте его вот так попилим. Вот, смотрите. Аккуратно. Этим ногтям уже очень много лет. Ну как много лет? Твердый сплавный, конечно. А как по-другому? Обязательно только твердо сплавным борами работаем. Если локально работаете носиком, а если полностью, вот вы работаете вот таким образом, кладя наш бор на ногтевую пластину. Используем, вот мне не очень удобно вот это делать, просто мне самой себе. А вам, вот когда вы отпиливаете справа налево, потому что в правую сторону работает идеально. Очищаем свободный край, видите, он у меня потемнел, это говорит о том, что, по-моему, кто-то пытается пожелтеть. Смотрим углы все, вот у меня как раз гуляние тут сплошное. Сейчас мы подпилим его по форме, уберем. Я кручу клиента практически до шпагата. Я просто видела керамику, сам бор черный, нет.
Керамикой я не пользуюсь. Керамика у меня есть, я использую его для того, чтобы отодвинуть около кучи. А там что? Мы пойдем в зал, я сейчас быстренько покажу, как работает то био. Или я не буду лампу даже только поставить? Мне нужно поставить лампу. Сейчас я возьму этот самый такой. Сейчас я пилочку возьму, подготовлю. Мы с вами опилим мою ногтевую пластину, посмотрим, как я это делаю. И нужно ее с бровями вместе потащить сюда. Убери ногтевую лампу. Так, сейчас я пилочку подготовлю. У нас пилки девочки одноразовые. Мы работаем одноразовыми пилочками. Абразивность у этой пилки чуть побольше. Но это не сотка, но очень близко к ней. Убираем углы. Работаю сама собой, поэтому работаю без перчаток. Не рекомендую это делать. Это, знаете, такая маленькая милая грань. Так, убираем угол. Ну, коль сегодня такой универсальная возможность. Убираем угол. Этот угол нельзя оставлять. Вот он. Всегда оцениваете глубину углов. Где он у нас расположен? Я делаю пайп. Пайп-форму. Для меня она самая оптимальная. Свободный край чуть-чуть задействую. Мне длина, собственно, постольку, поскольку я ее так к ней отношусь равнодушно. Ну, неравнодушно, это будет ложь, если я скажу, мне похер на нее. Не видно, не видно. А вы как хотели, вы когда-нибудь делали себе ногти вот таким образом? Мне самой ни хрена не видно. Вот поэтому терпим. Так, левее, вернее. Так, нарушаю глянец. Господи Иисусе, вот я нарушаю глянец твоей натуральной пластины. Мы не будем сегодня мне делать маникюр, мы сейчас просто отодвинем кутикулу и приступим к укреплению, хорошо? Так, 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 так. Да, очень неудобно, согласна. А что делать? А что делать? Жизнь такая штука. Так. Я тут дорабатываю остатки материала, еще раз говорю, мне не совсем удобно снимать его, поэтому я тут по факту изгаляюсь. Но вы же мастера, вы же все умеете. Я-то вообще правша, убежденная правша. Отодвигаем кутикулу. Честно говоря, птериги бы я убрала. Кто там, кто бы еще мне убрал птериги? Кто у нас тут любители маникюра аппаратного, кроме меня? Извините, пожалуйста, вылетел из эфира. Холмообразные ногти возможно выровнять биотопом? Конечно, лучше не биотопом, скомбинируй его. Скомбинируй. А вот если я говорю правильно, да, что вот здесь вот они как раз бочонки, нет? Я ничего не путаю. Я говорю о бочонках. Почему? Потому что это очень важно. Если я сейчас первым бором пройдусь, немножечко подприведу здесь их в порядок, а то они у меня ну совсем прям позорно. Ольга, можно то био наносить акриловую пудру? А зачем? Что за необходимость? Я не делаю себе глубокий аппаратный маникюр. Я убираю, чтобы он не мешался мне хотя бы сейчас работать. Более того, я сама себе не могу сделать нормально, так как я просто тупо не вижу, оттянуть не могу около кутикуловую зону. Или лучше каучук? Лучше каучуковая база. Так, где вы там у меня? Мы сейчас птериги уберем. Так, с чем комбинировать? Прям горами дискомфортные ногти приходят при укреплении ногтевой пластины. Так, чем скомбинировать? Прям горами деформированные ногти. Комбинируем только с каучуком, либо каучук плюс акрил. Сейчас я... У меня, конечно, с этим все в порядке.
Спасибо, дорогая. Так, я просто держу, вы же понимаете, я нифига не вижу. Мне нужно обязательно ногтевую пластину отодвигать. Движение кожи при маникюре аппаратном, это прям, это основа всех основ. Окей, поняла, спасибо. И вам спасибо. Ну, просто у меня такая возможность здесь почистить. Я не могу и не воспользоваться. Если база от предыдущего покрытия хорошо стоит, ну, все зависит от базы предыдущего покрытия. Если вы хорошо и просмотрели, и вдруг случайно, там не пошла отслойка, девочки. Это тоже очень важно. Так. Сейчас я тут себе уберу чуть-чуть, ладно, а то мне прям совсем тут неудобно. И будем сейчас покрывать вместе, ладно? Я тут просто пытаюсь синус почистить. Ладно, оставим его так. Ну вот работать с этим можно. Для работы нам понадобится. У тебя салфетки есть? Жидкость для подготовки, дай, пожалуйста. Для подготовки ногтя, пожалуйста. Итак, жидкость для подготовки ногтя. Мы сейчас быстро обезжириваем с вами. Наносим, убираем жидкость. Так, что у нас? Пыль убираем. Вот. Вот наш ноготок. Давай, как мы тебя сейчас откусим. Видите, там у меня какая-то хохоряшечка, мы сейчас ее цапнем. Да. А зачем все спиливать? Я не все спилила, я спилила. Во-первых, у меня не очень тонкие, вы же обратите внимание, да? У меня ногтевая пластина на самом деле достаточно в хорошем состоянии. Очень долго носился материал, и сейчас мы просто-напросто ее освежаем. Зачем мне материал, который он же портится? Вы же понимаете, я же вам рассказывала вчера в прямом эфире, что у материала есть срок годности, и он вас может подвести. Зачем вам эти проблемы? Производитель дает гарантии только на две недели. Все остальное – это наше с вами приключение. Более того, видите, вот эти вот взрывчики такие белые на всех ногтях у меня есть. Это говорит о том, что очень долго стоял материал, и я его выломала. Мне под кутикулей делать не стоит. Вот я, скажем так, прохожу. Видите, он скрутился. Углы нужно убирать обязательно. Следующим этапом мы используем, как я говорила, бондер с эффектом двустороннего скотча. Куда мы его наносим? Только на свободный край, который у нас как раз и мобильный. Обязательно и проторцовываем. Теперь мы говорим с вами о комбинации топ-био. Сегодня мы будем укреплять именно топ-био. Как я это делаю? Вот он. Он и база, и топ в одном флаконе. Для того, чтобы работать с ним, нужно быстренько приготовить лампу. Так. Она у нас недалеко стоит. Лампочка. Итак, наносим. Кисточку отжимаем. Втирающими движениями наносим первый слой. Обратите внимание, матовый ноготь становится глянцевым. Причина его, и такой, знаете, аж полупрозрачный в каких-то вещах. Кто знает почему? Потому что наша ногтевая пластина, в нее зашел кто? Наш биоток. Вот, все, сушим. Сейчас нет никакого выравнивания, девочки. Все очень просто. То есть первый, второй, как мы сейчас делали, да, рисовали. Где у нас? Вот. Первый, второй, третий слой. Давайте я вам сейчас так покажу. Так, на втопе. А зачем все спиливать? Я не поняла, на втопе. Ну, как бы разберитесь, там, видимо, Т9 вам помогает. Следующим этапом опять наношу втирающими движениями.
чтобы он у меня, единственное, что в ширину никуда не ушел, это важно. И сушим 30 секунд. И сейчас будем выравнивать. Это ответ на ваш вопрос. Я уже не помню свой вопрос, представляете, если база предыдущего покрытия ответила. Честно скажу, даже не хочу никого обижать, девочки, я вот уже не помню свой вопрос. Так, я его сделала, у меня как бы ногтевая пластина не маленькая, допустим, да? Ну, попытаюсь сейчас сделать туда каучуком, что ли, давайте так. Так, почему ногтевой прозрачный вопрос был? А, почему ногтевой, так, почему он становится прозрачным? То, что пропитывается гелем, если вы к этому хотите меня спросить. Гель проникает внутрь и выдает все наши с вами косячки, которые были с ним на процессе его жизнедеятельности. Вы перепили, клей, крепили, клиентка сломала ногтевую пластину, ударила где-нибудь. И вот поползла. Почему ногтевая прозрачная? Здравствуйте. Но я не знаю, почему ногтевой прозрачный. Почему ногтевая пластина была прозрачной? Это как раз именно причина. Собственно говоря, вот у меня сейчас мы сейчас нажмем на вами, посмотрим, как он держится. Он прям, знаете, вот такой. Он становится плотнее. В принципе, на моей ногтевой пластине все может сноситься, если честно. У меня тут ногти-то такие ого-госики. Ну вот, давайте посмотрим. Вы видите? Вот я нажимаю, кто там смотрит у нас. А ноготь даже не зажмется. Это говорит о том, что плотности мне его достаточно. Следующим этапом, что я хочу сделать, я буду уже выравнивать. Вот он. И мы будем его конструировать. Все. Это гель. Он очень мягкий, поэтому объем сейчас, то есть очень жидкий, объема для него я бы не стала сильно вам давать, надо ли, ой ли. Разделите на две зоны. Сейчас мы будем сделать в виде базы. Я, грубо говоря, буду носить ногтевую пластину без покрытия цветом, поэтому сейчас мы наносим его как базу. И базу, и топ мы выравниваем. Вот мы нанесли тоненько, а я теперь использую, смотрите, капли, видите? Я ее выкладываю посередине и стягиваю к свободному краю. Переворачиваем. Смотрите, для вас показываю. Я вот таким образом заторцовываю, пропитываю. Вот таким вот образом. У меня очень тонкий гель. Нет, это не идеальный ногти, это биотоп. Ой, его нужно быстро поймать. И сушим. И прям быстренько сушим. То есть вот с этим биотопом нужно работать очень быстро. То же самое вы делаете с каучуковой базой. Так, как определить, в каком состоянии ногтевая пластина? Какие признаки состояния? Когда вы ее снимаете, посмотрите, насколько она подвижная. Вот эта арка, вот у меня на ногте арка, это признак того, что ногтевая пластина в мозольном валике. Вот она, мозольный валик, арка, вот она, пожалуйста, перед вами, что она его держит. А можно на биотоп выравнивать базы на идеальные ногти? Конечно, можно, конечно, без проблем, девочки. Так, ну вот, первый этап выравнивания у меня готов. Вот у нас тут материальчика, видите, не хватает. Вы должны это просматривать. И сейчас я буду закладывать, ну вот, давайте вот так. Вы должны вот так посмотреть. Как же вам вот так его показать, что ли? Вот он. И мы сейчас наносим второй слой. Отжимаем. Подходим ближе к кутикуле, которая была подготовлена у нас. Аккуратно, тоненьким слоем. Наносим со всех сторон. Показываем как бы своему гелю, где бы вы хотели, чтобы он был. Вот таким образом. Он тоненький, сейчас я не выравнивала. Вот. Это первый слой. А почему его наносить надо на
не сразу весь ноготь. Так он стечет весь к чертовой матери. Это, во-первых. Во-вторых, вы плотности не добьетесь, обожжете клиенту ногтевую пластину. Все-таки либо меня кто-то не слышит, либо я плохо говорю. Если меня не услышали, значит, я плохо говорю. Мы просто не раз этот момент обсуждали, поэтому я сегодня просто вам специально показываю, чтобы, знаете, не было неких таких вот подозрительных вопросов. И переворачиваем его, снова торцуем. Я просто уже неоднократно говорила одно и то же. Всегда говорю вам, девочки, очень важно не обжечь клиенту ногтевую пластину. Как это добиться? Нужно просто-напросто не выкладывать большое количество материала. Разделить его на две части. А как бы сейчас получилось? Вы бы сейчас выложили первую базу, высушили, положили цвет, высушили. Ну, то есть клиенту было не чувствуется. А у меня ногтевая пластина. Так. Вот оно, ну, красавчик, суша. Представляете, мне приходится на шпагат практически садиться. Так, сейчас я вас тут разверну. Как понять, что обожгли, больно будет. Клиенту будет больно, он будет орать. Он будет говорить с вами исключительно на матершинном языке. Я не жгут, помогите! А вы ему скажете. А мне не говорили, что может жечь. А оттуда они холились уже. Мне, допустим, жжет, я не буду терпеть, нифига, и вам не запрещу. Я еще возьму и гладик. Ну, сейчас покажу, что получится. Я недавно присоединилась, спасибо, Свет, для плотности. Все услышали. А что за продукт супербаза на сайте? Набор супербаза плюс биотон плюс бондер. Ну, это как раз база, походу, и есть этот кауч. Нет, это не идеальные ноги. Супербаза – это вторая база. Там она не одна. Сейчас я, девочки, выдерживаю 60 секунд. Верхний слой это у меня так как топ получается, да, и он получается 60 секунд. У меня то телефоны звонят, то какая-нибудь еще происходит в дня. Я уже офигела всех. Так, скажите, пожалуйста, почему гель-лак слетает одним слоем с ногтя? Не знаю, Дина, да? Я так понимаю, что у вас было не очень хорошо подготовлена ногтевая пластина. Вот мой ноготь получился. Вот он ноготок. Он за торцовым. У него есть все, как вам показать-то? Вот он, давайте посмотрим. О, блик. Блик. Надо же смотреть блик. Так, сейчас я вас разверну. Нет, так не увидите. Я сейчас вас переверну. Давайте. Печет не от мощной лампы? Нет. Что-то не от мощности лампы, то есть что-то от большого количества фотоинициаторов. Так, блик. Мы же любим блики. Где вы тут? Как вас направить, чтобы вы увидели, как мы получили сами? Блик. Блик, блик, блик. Блик, блик, блик. Кто там? Кто любит блики? Ну-ка скажите. От большого слоя, от количества фотоинициаторов в материале, от этого будет печь ногтевую пластину. А вот это видите, вот у меня, видите, какая белая часть полоса, это как раз ногтевая пластина, которая была повреждена из-за того, что я вам, помните, рассказывала. Это он прям уже, он же тут был, он бедный надрывался, у меня ногтевая пластина отрывалась уже, ну то есть он пострадал у меня от того, что я переходила с длиной, то есть он у меня укреплен, а вот эта часть была пустая. Вот мой блик, кошечки, вот мой блик. Причем я сделала это сама себе. Слушайте волшебство. Спасибо. Теперь мы убираем липкий слой. Чика. Берем раз к себе. Ух. Помните, мы вчера с вами обсуждали? Вот и все. Теперь у меня химический процесс в моем материале завершен. Так, с другими базами нет такого. У меня тоже идеальные ногти, база слезает пластом через 2 недели, потому что оно неправильно выложило или неправильно был заторцован. А особенно очень много вопросов идет к вашей подготовке. Допустим, вы сравниваете идеальные ногти с другими продуктами компаний, разных, не только InGarden, а по сути. Вы сталкиваетесь еще с таким моментом, как или с проблемой подготовки и обработки. Одним махом не втирая в кутикулу. Да, абсолютно верно, не втирая, умничка.
Это название базы такой идеальной ногти. Да, эфир сохранится обязательно. Только пришла, много пропустила. Эфир сохранится, сохраним. У нас сегодня просто не так много времени, потому что у меня сейчас сидит телефон, девочки. Честное слово, я прям не успеваю сегодня. Я вообще ничего не успеваю. Вот, поэтому давайте вы посмотрите его. Идеальные ногти мы должны будем еще отдельно рассмотреть. У нас будет топ-базу. Мы с вами, знаете, что сделаем? Мы посмотрим его на курсе топ и база от компании Garden. И уже, я думаю, вопросов все будет все меньше и меньше. Окей? Биотоп тоже есть, это все сделано. Биотоп, то есть, это все сделано. Это все сделано биотопом, абсолютно верно. Это все сделано абсолютно верно биотопом. А все сделано биотопом, имеет плотность. Спасибо вам, очень познавательно. Спасибо, что задаете вопросы, девочки. Ваши губки огонь. Приходите, сделаем. Там мы делаем здесь такие губки, называется контурирование. Значит, что я хочу предложить. А мы сейчас на сегодняшний день прекратим прямой эфир, хорошо? Я пойду заряжать, но у меня сядет телефон, я вообще буду бесполезна. Смотрите меня в сторис, девочки, смотрите предложение от компании Garden по моему обучению. Я сегодня, может быть, вечером выйду еще в эфир, у меня есть к вам интересные вопросы. Нет, не печаль. Какая печаль? Онлайн обучение. Что случилось? Что такое? Куда делось онлайн обучение? Вы что? Мы, наоборот, на онлайн хотим сделать для всех. Пришла, прибежала бы. Отлично, девочки, сейчас рассматриваем как раз программу. И у меня по поводу этой программы... про губки я поняла. Биотоп такой хочу. Закажите, пожалуйста, срочно, срочно всем. Добрый вечер. Девочки, посмотрите прямой эфир. Думаю, много вопросов отпадет сразу по поводу обучения. Что-то 590, что ли? По поводу обучения будет к вам вопрос. Что будет интересно для того, чтобы мы помогли подготовить вам проект. Хорошо? Я вечерком выйду, и мы с вами встретимся и пообсуждаем кое-что. А сейчас давайте ссылку на ваш магазин. А вы в нем сейчас находитесь. Если нужно, если хотите бы ко мне, пожалуйста, у меня салон, нижнее подчеркивание, Hello Beauty. То есть именно туда. Либо Hello Beauty, нижнее подчеркивание, Nails. Это вопросы все лично мне. И первый, второй вариант. Так, на сегодня, девочки, пока все. Встретимся с вами уже, это будет поздно вечером, я сегодня могу выйти. Сейчас пока заряжу телефон, ладно? А то у меня прям крыша валится, честно говоря, ничего не успевает видеть. У нас всегда такие продуктивные с вами прямые эфиры. У меня будет очень много вопросов, теперь уже к вам. И даже не вопросов, а предложений. Как мне нравится моя форма. У меня вот это не я делала, а вот это я делала. Вот эта форма, которая подходит, называется она пай. Она в квадрате, но при этом... Какие вопросы на сегодня будут? Ой, сейчас пойду домой, расскажу вам. Не буду ничего говорить, сейчас вам скажу. Ой, мне очень приятно, что обожаете наши прямые эфиры. Я пошла, а то у меня сейчас еще администратор слушает, потому что я задерживаю процесс. У нас такой хороший день, девочки. Загляните в сторис салона красоты Hello Beauty. Вам понравится. Жду, как мама небесная. Как приятно. Когда вы ждете нас, это идеально. Так, девочки, я пошла. Сохраню эфир для девочек, кто присоединится, посмотреть. Вот. А мы вечерком с вами встретимся, хорошо? Жду всех, приглашаю в прямой эфир Холик Клоп Бьюти. Ну, то есть это будет здесь. Ой, совершить. Лучше задержать.